Своими руками заработал на долбанный офис, да, друзья? У меня это получилось. Короче, вот этот купим. Надеюсь, что деньги пойдут туда, куда мне нужно. 39 косарей у нас от того осталось, это просто жесть. И теперь мы спокойно покупаем перевозку транспорта. Если тебе нужна валюта или все что угодно связанное с GTA Online, то я готов прокачать тебя по ссылке в описании. Друзья, всем привет, с вами Кузака. Добро пожаловать в долгожданный путь к успеху в GTA 5. Для новеньких на канале и для стареньких я напомню, что это за рубрика. Мы начинаем с нулевого уровня и продвигаемся к золотой середине GTA. Без каких-либо читов и прокачек, сами, как обычный игрок, выполняя задания, покупая новые бизнесы. Вот сейчас у нас уже 40-й уровень и 300 тысяч долларов. А также куплена недвижимость офис и к ней транспортный склад и по перевозке склад еще. То есть мы продолжаем с вами первый сезон, который я снимал в 2018 году. Ой, женщина, да-да-да, я знаю. Проходите, конечно. Это тот самый Густав, тот негер. Вот у него 40-й левел. Вот на том месте мы остановились с вами в 18-м или 19-м году, друзья. Я решил, что будет классно продолжать именно за этого персонажа. Да, это его копия, которую я создал идентично тому. И сейчас, друзья, я зашел в казино, чтобы по традиции, как в каждой серии я это делал, попытать свою удачу, и мне дают 10 тысяч монет. Друзья, нас сегодня казино не хочет отпускать. Давайте мы эти 11 тысяч фишек постараемся превратить в еще более что-то крутое. Ну, максимальную ставку поставить максимум. Давай, постараемся. Понятно. А можно сразу самый дорогой? О, давай. Погнали. 2500. Хорошо. Дальше. Давай, 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 давай. О, друзья, мне это нравится, давай еще. Мы должны прям выиграть что-то сегодня хорошее, я уверен. Раз нас казино не отпускает, нам даст шанс что-то выиграть. Скотина. То есть я вот сейчас вот то, что выиграл, то я все проиграю? Понятно, друзья, мы все слили. Вот так вот. То есть один раз повезло, надо было останавливаться, а мы продолжили с вами, окей. Тачку мы тоже с вами не выиграли. И, друзья, за эти, как вы понимаете, 5 лет в GTA многое поменялось. Поэтому сегодняшняя серия будет ознакомительная. Понятно, мой байк взорвали. Sure. Какая гандон? Какой гандон 2000 года? Блять, как ты заебал, мудак! Упади с него. На, по башке. Понятно, из казино мы сегодня поедем на общественном транспорте, так сказать. Появилось в GTA много нового. Поэтому, да, мы, естественно, будем продолжать развивать наш бизнес, зарабатывать с помощью этого. Но, допустим, я хочу заехать вот на эту пиццу. Сколько раз про нее уже говорили, что это что-то... Пока вы состоите в организации или мотоклубе, задания по доставке пиццы недоступны. Хорошо, я больше не шеф. Давай постараемся зайти, посмотреть, что это такое. Я понимаю, мы как бы уже при деньгах. Ресторан и пицца теперь доставляют пиццу на дом. Доставьте все 5 пицц, пока они не остыли, чтобы получить возможность приобрести Пегаси Пицца Бой по оптовой цене. Да, там есть какой-то мотоцикл на сайте Sound San Andreas. Вот он как раз, да. Он продается за 170 тысяч, вот этот мопед, на котором... Школьники по всей России ездят. Только он стоит у нас 25 тысяч рублей, а здесь 170 тысяч долларов стоит, друзья. Я предлагаю, если вы владеете таким мопедом в России, продать его в Америке, и вы станете самым успешным предпринимателем. Да, сегодня в таком деловом костюмчике мы с вами развозим пиццу. А где, 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 куда? Блин, а как мне туда попасть? Мне просто надо на нем. Давай, прыгай, 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 алялю. Вот жизнь ютубера, когда отключили монетизацию. Куда он откатывается? Куда ты? Сука! Я еще говорил то, что... Хотел сказать то, что читеров стало меньше с последней серии, которую я снимал в 2019 году. Нет, нифига, вот уехала гандонка. Ну я перезахожу в новую сессию.
Ладно, пицца, так сказать, остыла, поэтому мы садимся за наш священный компьютер и постараемся доставить что-либо. Я этого еще не делал, поэтому посмотрим. Так, цена высшая, транспорт Стирлинг GT, номер, и что нам с этим делать, куда нам ехать? То есть мы раньше были с дредами, с наколочками, теперь я решил его переодеть, так как мы все-таки несколько лет прошло. Самоосознание пришло в голову, что пора бы повзрослеть. Остановите ее и доставьте на склад. Ой, нам туда аж переть, да ты че? Времени осталось, еще 12 минут у нас. Да, времени совсем мало. Поэтому мы вот так делаем оба, приземляемся на 4 колеса. Это был очень опасный маневр. Мы могли вообще сдохнуть, потому что у меня, в отличие от того Густава, который был оригинальный, у меня там хотя бы что-то прокачано. Здесь у меня навыки на нуле, и это вот небольшая такая вот у меня плата. Вот она, вот она, вот она, наконец-то подъезжаем. Что ты такое? Офигеть, какая тачка. Ты смотри на нее. Ты смотри на эту тачку, что мы нашли. Опа. Все. Теперь просто берем. Кто-то тут катался, мужик. Красиво, конечно, ты тут катался. Я бы тоже покатался. Глобальный сигнал еще, блин. За что? Не надо. Перевозимый транспорт доступен и виден всем игрокам сессии. А игроков у нас что-то теперь дофига просто. А-а-а, жесть. Еще 3 звезды дали, да ты че? На полицейском канале все говорят только о вас. Да как так-то быстро-то? Так, они не заметят, они не заметят. Они заметили, серьезно? Капец, я между копов. Я между копов, они меня еще не видят. Я сворачиваю. Хорошо. А, там еще вертолет, скотина. Нет. Сука, заметил. Немножко я сегодня Александр Сергеевич Пушкин. Буду говорить, что это литературное слово. Так, ну сзади меня мое прикрытие. Чем же ты мне сможешь помочь, Слава? Какой тебе уровень? 129, неплохо. Ой, у него хорошо, у него там пушечка такая есть. Поедем по встречке, окей. Так, а за нами опрессор вылетел. Ну не говори, что он сейчас нас подорвет просто. Я надеюсь, мы не в его интересе, что он просто летит с нами. Но это немножко опасно. По-моему, он просто летит по шоссе. Капец, он как гоблин зеленый надымел здесь. Очень похоже. Так, до свидания. Слава, красава вообще. То, что пришел. Друзья, вы тоже добавляйте меня в друзья, чтобы проходить вместе путь к успеху. И вот, как только оторветесь от копов, гоните машину на склад. Все, можно? Можно оторваться, пожалуйста? Мне и так потно здесь, игроки как бы. А, Славчик. Стирлинг GT доставлен на транспортный склад. Аллилуйя. Так, короче, мы со Славчиком сейчас в открытой сессии, нас двое. Нас почему-то так выкинуло. И сказать ничего, это удачно. Потому что сейчас нам никто не будет мешать доставлять транспорт. Так, вы действительно хотите, да? Да. Так, транспорт Альфа. Всего лишь-то, цена стандарт. Так, нам на Вайнвуд, нам недалеко, и это хорошо. Ну, естественно, цена средняя, еще бы перли бы куда-нибудь за гору Чилиад. Так, а эта тачка у нас, видимо, припаркована, она никуда не едет, и это значит, что, возможно, она как-то охраняется. Она стоит на участке, реально? Посмотри. Давай туда зайдем тогда вот таким вот образом, как мы умеем это делать на байке. Так, тихо. Не, мы так не умеем. Ладно, тогда мы проползем в эту дырочку и в бассейн. Мы спецназ, спецназ, мы ВМФ, точно. Опа, поплыли. Том-пором-пом-пом. А, смотри, какая она заряжена, это Альфа. Нифига себе. Так, взламываем, хорошо. Активация бомбы. Удерживайте скорость выше 90 км в час, чтобы не взорваться. Что за фигня? Тихо. А почему я на Вайнвуде-то?
Активация бомбы. Тихо. Отлично. Время на обезвреживание. Жесть какая. А, ну нужно, чтобы ее обезвредить, нам кататься просто по городу. Прикольно, мы как будто в GTA 5 RP в каком-то. Вот чисто советские улицы, ни одной машины, еще ничего не изобрели. Мы катим чисто одни. Так, держать еще немного, и мы обезвредим эту бомбу. Давай, обезвреживай. Все? Отлично. Нормальная теперь тачка у нас наконец-то. Альфа доставлена. Отлично, все, Славчик теперь в качестве партнера у нас. И возможно мы сейчас можем сразу по две тачки доставлять. То есть мы закупаем эти тачки за бесплатно, что ли? Я не понимаю. То есть мы за них не платим, как за ящики в этом транспортном... Ой, в обычном складе. Спецгрузе, вот. Так. Итак, транспорт 770, средняя цена. И чё, второго транспорта нам не дали? Гоночная трасса Вайнвуда, где это? Что это? А, я, кажется, знаю, это там, где песочная трасса, как будто там на лошадях должны кататься. Чё, там Славчик застрял? И что там у нас будет на этой гоночной трассе? Давай сверху посмотрим на все происходящее. Ты смотри, там кто-то кого-то давит, что там происходит? Охренеть, там гонки, блин. Бои без правил, что ли? Угоните 770. Какая из них 770? Поехали тогда в противоположную сторону. У них здесь заезд, видимо, какой-то. О, ура. Офигеть, здесь просто гонка у них, жесть. На, с пистолета. Прикольно, прикольно. Вот, бронебойный пистолет, все. Отлично. Ой-ой-ой, какая тачка-то у него. Все, к складу просто гнать. Ну, сейчас, наверное, этих дадут, естественно, на копов нам. Мы же все-таки, блин, со стадиона прямо угнали. Здесь точно камеры были, не то что там у Тревора. Кто нас вообще-то мог заметить в этой глуши? Так, стоимость ремонта, но она особо, наверное, не увеличится, если мы упадем, офигеть! Вы видели, мы чуть крышу нафиг не снесли. Это было опасно. И нам даже копов не дают, господа. То есть, настолько все круто. Yeah, 770. Какое смешное название, доставлено на склад. Два. Офигеть, инкассаторная машина, откуда здесь нафиг? Давай ее ограбим. Куда она вообще здесь взялась? О, нифига себе. Ну, теперь у него копы. И что там у нас по времени? Наверное, там сейчас ожидание будет долго, да? Ставить транспорт. Нет. Среднюю цену нам дали. Верлиерр. Там вертолет какой-то. Смотри, тачка поехала. Почему она поехала вдруг? Три звезды дали. Это наша организация, потому что... А ну, стоять, тихо, тихо, тихо. Ага, я все понял. Ну, давай, Слава, сделай это. Ага. Так, а я погнал тоже, а то меня сейчас тоже убьют еще. Слава, главное, не врезайся, а меня-то ранит, ты смотри, какой нахал. Шерифы здесь вообще разъездились. То есть, раз, два, три, елочка, гори. О, вот это хорошо, 225 косарей, давай. Okay, so the buyer wants this thing overhauled. Трекер. Перекрасьте кузов, давай, 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 вот такой перекрашиваем. Дополнительный цвет не обязательно. И сейчас мы, трое богатырей, я и мои два подписчиков, Слава и Киркеме, будем доставлять офигенные суперкары! Максимальные инвестиции ради максимальной прибыли. Вот тема сегодняшнего дня. Так точно, Систем. Доставьте тачки покупателю, не позвольте тачки угнать никому-либо. Аккуратно, потому что нам деньги нужны. Так, ой-ой-ой, а по нам стреляют! А! Какого хрена-то сразу в
эту мне попали-то по крышку. Как мне теперь ехать на этой спортклассике заниженной? Так, ладно, достаю бронебойный пистолет и готов отстреливать этих ган... Ган, вот именно. Жесть! У меня аж урон из-за этого наносится моей покрышке. Жесть! Ладно, хорошо, что нам ехать хоть не через весь город, а всего лишь осталось 2 километра. Я доеду, доеду, милая моя. Бенефактор, старый Мерседес, чисто. О май гад. Так, ну комиссия не особо пострадает, я уверен. Слава, какого хрена? Или кто там? Киркеме? Слава! И дрить налево. Живи. 4000 всего лишь потратили пока что. Ну, немного. А прикиньте, если бы сейчас игрок какой-то бы нас взорвал. То есть там сразу минус, ну, полстоимости этой дилерской. Это вообще жесть была бы. Ну, понятное дело, да, NPC-шки немножко нам сегодня... Ну, смотрите, куда мы доставляем. Мы доставляем просто какой-то участок прям богатенький. Сразу доставка на дом. Это не то, что пицца, блин. Это посолиднее будет нафиг. Доставлено. 222 тысячи. Ну, Славчик, да, очень много это. Киркеме, кстати, очень аккуратно довез, прям отлично. Друзья, итого за серию мы подняли с вами 200 тысяч долларов. Сейчас у нас пол ляма в кармане, поэтому на что копим? В GTA сейчас очень много бизнесов. Автомастерские какие-то, которые я не покупал. Полицейское бюро, помню, последнее, что выходило. Либо же, может быть, вообще ночной клуб покупать и к нему клабхаус со всеми предприятиями. Пишите в комментарии, что лучше всего купить. А здесь вообще у нас ангары есть и базы. Чтобы еще мне усилило мой доход, чтобы не только с одного офиса лутать денежки. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и играйте вместе со мной. Вот мой ник Кузака Грант. Всем удачи, всем пока.